Здравствуйте, Эль, добрый день. Вот сгонял, хотел сгонять за металлоломом, но не получилось. Что-то отвалилось у меня в заднем мосту. Конечно, непонятно, что. Вот. Я сперва думал, передний мост что-то задергалось как-то странно. На полуось-то вроде не похоже. Не знаю, вот надо сейчас было-то разбирать. Я покидал, вытаскивал лебедками. Что-то там ездил. Ну, проехал километр 25, наверное, от дома. И все там такое, на повороте такое, ну, тяжело было. Пустой ехал, так и все, только защелкал что-то. И, ну, проехал, думаю, что-то странное все равно. А ехал на блокировке там. Немножко проехал, думаю, дай посмотрю, что-то блокировку включали, у меня дергаться и не едет. Вот так вот. Походил, думаю, передний мост как бы дергаться, как мне показалось. С места не сделал, ну как проскальзывал что-то. Обычно полуось сломала, он крутится легко двигать. Ну это вся трансмиссия. А тут что-то дергается. Думаю, передний мост опять. И что, разобрал передний мост, крышку переднюю снял. Все нормально. Ну думаю, раздатка, наверное. А тут не видно что-то. Непонятно. Потом там на низину надо переехать. Снимать не стал. По причине, что секретные места выдавать. Вот начал буксовать, потом глянул, у меня занято, кардан оказывается, крутится. Что там щелкает. Вот так сейчас будем. Даже если посмотрел пораньше бы, то я бы полось достал бы, посмотрел, может быть, полось сломало. А полось у меня с собой есть запасная, кожу. Ладно, сейчас будем разбирать, смотреть, причину искать. Может, сателлит сломало, а может и полось. Вот видите, что там щелкает в мосту. Ну и понятно что. Пока не разберешь, не увидишь. Так, вот тут полось оторвется. Сейчас разберем, посмотрим. Так, все, отвернул. Сейчас будем вытаскивать. Достану все. Так-то. Ой, там воды сколь. Так, полось целая. Полось. А хрень-то. Вон, полось. Шлицы сорвало, похоже. Полный мост воды. Вот. Да, похоже, шлицы обрезало. Износило. Гладкая, хоро провернула, надо снимать будет диффер, снимать, да, сейчас суррогатно сливать, полный мост воды, вот как плаваю через реку все так, ладно, что сейчас, выбираем дальше, мост будем снимать, достревать диффер, больше что делать. Все, разобрал, снял, причину искать, вот этот сателлит еще нормальный, и вот. Все, провернул его. Если даже может хороший полось бы я если взял, может быть еще и походил. Доехать может, иди так вот где-то. А уже срывает все равно. Вот так вот. Так, сейчас возьмем другой сателлит. Где-то у меня были. А вот сателлит. Получше сейчас посмотрим, как он. Вот видите же, дорогащий. Надо получше хороший сателлит поставить, уже не проворачивал. Вот это меня уже получше. Первый выбросил металлолом уже. Металлолом не полежал, я думаю. Посмотрел, вроде нормально еще. Решил поставить. Вот поставил все. Или что? Нет. У меня который металлолом лежит в запасе. А это, оказывается, в тот раз подшипник рассыпался тут.
И я снова трубу приколотил, посмотрел шлицы, был плохенький уже, решил оставить, ну оставил себе проблему. Да, можем, может повозить бы другой. Стой, так, сейчас все стоит, посмотрим его. Так, я называю лысый-то. Более-менее. Я провернул его. Сейчас найдем огрызок полоси, если найду, посмотрим. Вот на эту, видите, проворачивает. А вот хорошая полось. Ну не хорошая, но нормальная. А тут нормально. Я бы, наверное, доехал бы. Сиги, металлом привез бы, накопал и домой приехал нормально, не помучился бы. Вот на этом сателлите, а если вот хороший так. И, да, тут не проворачивал. Тут-то все хорошо. Вон еще, собираю. Собираю в кучу. И надо полось еще найти запас съездить там. На этом я все собрал. Залил масло. Передним мосту Дора масло залил. Дора, вода попала. Зачем так плохо сделано? Сальники нет бы кинуть. На ружьях сальники ставились там. Чтобы мост, как бы мосты, сальник в одну сторону, все равно по воде промывается, все равно вода попадает в мост через сальники. Ну как, глубоко едешь, если не глубоко, то может еще нет, а на глубине попадает. Вот сегодня так вот съездил. Железо не привез, только намучился, намерзся. На лебедкой поработал хорошенько. Вот так вот. И вот из-за такой беды. Я тот раз ставил, как-то подшипник просыпался на этой стороне. Что смотрел, думаю, что за... Вот тут шлицы как-то какие-то плохие уже. Ну ладно, походить, думаю, что можно так. Вот так ветер потом. Вот, так что... Провернуло все равно. Да, если, конечно, поставил ту полось запасную, может бы я лучше приехал, конечно, а может бы еще хуже, вторую полось бы нарушил. Ну, сейчас все перебрал, масло залил, все. Лебедку бы приобрести электрическую, где... Как бы так... Вот там как копал, конечно, пузовал, не стал снимать. Места секретные не стал выдавать пока. Вот так что, ладно. Интересно, было много всего, ну снимать некогда, завтра я снова поеду за металлоломом. Конечно, без запасной полоси это опасно, но ничего страшного, наверное, поеду, посмотрю. Так что небольшой ремонт, всем до свидания.